Я не то чтобы врач, но люблю ставить себе диагнозы. И недавно поставила себе диагноз, что у меня синдром Пугачевой. Как казалось, я еще люблю выплачивать микрозаймы за других людей. Типичная Пугачева. Ее хлебом не корми, да, микрозайм какой-нибудь выплатит. А что, я не знаю, а что такое синдром Пугачевой? Не знаю, это, ну, типа, мальчиков, да, она выяснила, что она мальчиков помладше. А тебе сколько лет? Мне 23. А ты сколько? Ты скольки, 11-летних любишь?